Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы в всаднике Олуха. Второй день, и забираем 15 миллионов рыбы. Такс, что нам принес Беззубик? А Беззубик нам приносит... О! Пак. Отлично. Так, Бухторез. Вот такое у нас название, Бухторез, и он полетел туда. Так, Водорез. Давай, наверное, за древесиной. Ты тоже за древесиной. Так, в колодце нам выпадает 20 рун. Спасибо. Неожиданно. Так, ну этот парень, понятно, куда у нас отправляется. Это даже не обсуждается, ребят. Он у нас просто прописан на добыче металла. Так что удивляться тут, я думаю, нечему. Так, ну что, руны или лопатка? Лопатка? Обычно они не особо любят давать нам лопатки или там еще что-нибудь. Им проще было дать руны. Так, здесь у нас копье или гарпун. Называй, как тебе удобнее. Так, кривоклык. Драконы хотят поиграть. Ну, понятно, поиграть. Принес мне янтарь тусклый. Ну и Грамгильден. Так, что у нас тут выпадет? Я не знаю, ребята, ничего не выпало. Она только пошла за наградой. Так, ты у нас за рыбой, вперед, как говорится. Тоже за рыбой. И ты пойдешь за рыбой. Так, ага, весночес. Весночес. Ну, ты будешь у нас переходить в титаны? Осталось-то совсем немножко. Да ладно, перешел, наконец-то. Молодец. Я же говорю, что это стальной капкан-чемпион. Куда его отправить-то? За рыбой. Пускай летит. За рыбой. Ты у меня пойдешь за древесиной. И ты тоже за древесиной. Этого отправляем за рыбой. Сейчас всех, друзья, просмотрю. Кто у нас тут? Что и где? Опа. Ну что, отправляем его. Блин, нам немножко не хватает. Самую малость. Кстати, у нас 1000 железа, ребят, набралось. А если набралось 1000 железа, это говорит только об одном. Что пора улучшать домик. А это до последнего, смотри. До последнего борется, никак не хочет. Ха, ты жук. Вот это да, вот это он жучара. Давай, не кричи. Иди собирай там. Так, ворчун. Что нам даст? 2 железа. Попробуй вернуться. Кто-то мне говорил, что модификрылка самый лучший добытчик рыбы. Кто-то писал мне в комментариях, но я почему-то в этом не особо уверен. Что он прям лучший добытчик по рыбе. Так, ну что, на рынок. Задание. Давай заберем наши награды здесь. Свет Одина, он закончится у нас через один день, 12 часов, я так понимаю, да? Нечаянно нажал, ребят, посмотреть рекламу. Пятьсот, ё-моё. Так, а здесь... 50 всего лишь. Так, слушай, 810, значит, мы можем приобрести еще один пак. Давай посмотрим. Рыба, древесина, рыба. Застывшие фурии. В сокровищницу? Зачем мне столько этих застывших фурий? Так, рыбу. У нас и по рыбе уже перебор. Ну, раз по рыбе перебор, значит, мы с тобой отправим... Так, во-первых, заберем здесь. Фляжка какая-то. Так, подожди, я его отправить-то. Здесь у нас... Ты будешь переходить? Да какой тут ему еще, ребят, смотрите, сколько. Сколько дурака можно валять. Немерено просто.
Мне, знаешь, что надо сделать сейчас? Вот этого парня отправить за железом. И домик. Домик улучшить. 8 часов будет улучшаться у нас это жилье. Так, давай мы, наверное, тогда заберем здесь пак бесплатный. Это монеты. Так, пристиголов кошмарный. И шестереночка. Это раз. Так, теперь здесь нам достается гриб. Плюс, опять же, тусклый янтарь. А здесь у нас блестящий янтарь. Одна штука всего лишь. Больше пока мы не накопили. Йохан, у тебя есть что-нибудь? И все, да? Больше ничегошеньки он подкинуть нам не хочет. Окей. Так, и у нас пак разыгрывался. Так что вскрываем его. Кревет, шторморез, острозуб. Последний ставим на открытие. Ну что, друзья, давайте смотреть. Вот. Подготовка, охота и сопротивление. Вот такое у нас событие сегодня будет, которое нам надо пройти. Но я не знаю. Оно короткое, ребят. Оно на одну заходку. И раз, два, три, четыре. Четыре будет загадочных пак разыгрываться здесь. Ну, сам понимаешь, особого здесь ждать нечего от этих паков, но можно, в принципе, нахапать немножко. Что немножко? Немножко наград. Так, а у нас здесь стражи. Со стражами не особо любитель. Я, конечно, тут драться против зелени. Почему? Потому что у меня, ну, команда вообще не под это заточена. У меня против шустрых идет заточка. Чтобы драться с танками, надо иметь таких, как Кривоклык. Тогда да, тогда можно будет их тут бомбашить налево и направо. Так, сейчас что-нибудь пыхнет. Фигня это полная. Вторая волна. Вот, против таких мы, ребята, заточены, наша команда. По крайней мере, вот эти двое точно заточены. Нормально. Ну что ты там, трясогузка? Так, он еще и усилился. Слушай, братишка, ну-ка давай-ка успокойся, пожалуйста. Брони у него нету, но зато есть усиленная атака. В общем, добиваем. На рулетке нам выпадает древесина. У нас, правда, ее и так очень много. Но пускай идет на склад. Ну и вот у нас первый загадочный пак. Насколько я помню, они идут на почту. Ну что же, очередной поединок за очередной пак вождя. Такое событие на самом деле. Легенькое, проходящее. Ну, хоть какое-то, чем вообще ничего. И так, считай, мы под конец месяца, января, остались без событий. И практически ничего здесь не делали. Хорош. Так, он мне понизил там защиту. Так, в минус. Хильнемся, наверное, да, или как? Не, наверное, пока не будем. Глянем, что у нас там на вторую. Ах ты, жук навозный. Ну, тут начну с ужасного чудовища, скорее всего. Через отхил и укус. Он же у нас фаерболами бомбит, вот этот вот грумль. Я ведь ничего не путаю. По-моему, нет. Такс. Ну, да, он барсик добить-то, конечно, не сможет. А вот шторморез вполне. Ну, на этот раз нам выпала рыба. Ну, правда, очень мало.
Еще один загадочный пак мы забираем. И переходим на следующий поединок. Потом у нас будет мини-босс и босс. Как хорошо. Но начну, пожалуй, с креветок. Хотя нет, нет, не с кревета. Вот с него, потому что он первый начал, у него быстрее будет накапливаться энергия. Так, в плане у кревета уже 3 энергии. Эй! Нам повезло сейчас крупно. Он промахнулся. Он просто... Да какой укус я хотел... Я же нажимал, блин, на этот. На понижение. Какой укус? Игра, давай не дуркуй. Еще не легче, их тут уже 3. Такс. Ну, понятно, что стража я трогать не буду. Начну вот с этого. Так, на следующем ходу, наверное, попробуем его разобрать. Фиг там. Кривоклык слишком слаб. Именно в плане... Оу! Барсика оглушили, еще и здоровье... Еще и здоровье отняли. Половину этот... Да-да-да, он хочет его добить. Ребят, ну это вторая волна, точнее последняя, поэтому я здесь не буду особо... выпендриваться. Барсика, ты в курсе, что ты в рубашке родился? Ты уже должен был трупиком быть. Но тебе просто повезло. Мало того, что я его еще и даже и отхилять успел. И добьем. 75 миллионов рыбы. Ну, опять же, не очень большая сумма. Так, прихватываем с тобой загадочный пак. И последний. Из слабых противников это у нас мини-босс. Поехали. Так, надеюсь, будет всего лишь 2 волны. Слушай, как раз подстать. Ребят, как раз подстать. 2 шустрых у меня здесь выпало. Наверное, из громорога начну, чтобы он тут не бафал, если что. Хотя вот этот вот древоруб... Как бы тоже нафиг бы он нужен здесь. Угу. Ну а ты чё? Понял. Сделаем вот так. Поехали. Ну что он сейчас сделает? Пламя? Конечно, ребят, конечно, он будет делать пламя. Чё? Чё так медленно он разбирается, эй. Так, давай срочно залечивать. Укус. И, а он сейчас опять пламенем, ребят. Наверное, звезданет, скорее всего. Поэтому хиляемся полностью. Ну, конечно же. Ну, и кто у нас там мини-босс? Ёпарасоте, блин. Так, наверное, нам надо сделать вот таким вот образом. Сейчас они будут втроем все ходить. Успеем, интересно, бомбануть? Ну, допустим. Очень мощно бьет пламенем, конечно. О, хорошо, вырубили. Давай. Пробивным сейчас будем его, ребят, уничтожать. И добивка от Барсика. Как говорится, привет с большого бузуна. Что нам рулеточка подкинет? Рыбы. 262 миллиона, ну это уже посолиднее, так скажем. Ну что, вот мы плавно и добрались до Босяцкого. Кто у нас тут будет? Давай одну волну на боссе. Пускай их будет 3, но 1 волна. Нет, 2 волны.
Я тебе скажу даже больше. Вот этот вот ватник. Начну, пожалуй, вот с этого тогда. Надо быстренько его расписать. Нормально вышло. Этот будет сейчас... Ага. Я думал, что он будет... Ну, не надо вот этого. Давай, прогружайся, игра. Давай без вылетов только, а? Я не хочу заново заходить и... Прогрузилась. Прогрузилась, ребята. Это нам повезло крупно. А раньше вылетала с критической ошибкой всегда игра. Слушай, а что я радуюсь-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты... Тихо. Да, Кривоклык, тебе просто крупно повезло. Что тебя не ушатали сейчас? Так, добивай его. Ага. Вот они кто. Вот они здесь. Какие ушлепки нас поджидают. Так, не успеем мы этого пристеголового ушатать или нет? Тогда успеем. Завалили. Блин, он страж. Долго его придется бомбить. Мне кажется, мы быстрее этого, наверное, завалим, нет? Ладно, не буду рисковать. Да чё такой тугой-то ты, а, парень? Просто ни в какую. Так, уклонение. Просто ни в какую не поддается разбору. А этот все в одну точку бомбит. Этот бомбит все в одну точку. Ну. Давай в своего кореша бомби. Молодец. Есть. Уничтожили. Так, мы его уничтожили. Сейчас он опять тут пыхнет. Само собой. Поехали. Так а что, мы давай его кусать просто и под слепоту брать. Все. Больше он здесь ничего сделать не сможет. И офигею у него пасть. Сколько в этой пасти зубов, ребят, вы видели? Немерено. Оттуда фиг так просто выберешься. Если туда попадешь. Все, ребят, события прошли. Опять рыбешка. Нормально. И забираем последний пак. Давай открывать теперь. Так, ну это понятно, монетки. Шторморезка, столом, душитель. Следующий. Шторморез, громобой, громель. Шторморез, шепот. А почему все время шторморез выпадает? Ты не заметил? У нас первым выпадает всегда шторморез. Практически постоянно везде он выпадает первым. Так, рыба это. Это у нас все по максималке. Так, сезонный абонемент. Разберем награды. Так, один светлый янтарь. Блестящий. Замечательно. Так, теперь, значит, нам надо отправить на добычу. Полетел. Полетел он у меня.
Так, очень много рыбы. Можно ее, в принципе, потратить. Тыквиброн. Ну, тогда уже и хвостояры. Эть. Эть, написали, не хватает. Так, модификрылка. Да, очень ты прожорливая модификрылка в плане ресурсов. Поглощает их только шорох. Иди, качайся, Инферн. Скороход. Кривозуб. Бронекрыл. Но места уже не хватает у нас. А сколько здесь стоит? А, необходимо викингов. Немерено причем. Так, ну, по событиям, ребята, как мы можем смотреть, события в ближайшее время не намечаются. Единственное, что я могу, наверное, еще сделать, это набить... Давай один пак вождя все-таки с тобой получим. Заодно набьем паки внизу для дальнейших открытий. Командочка. Так, громобой. Ну, наверное, я с него и начну. Ой, с громобой, это же... Какой громобой? И из головы вылетело, как его, ребята, величать. Громорог. Конечно же, громобой. Ему до громобоя еще расти и расти. Давай так сделаем. Понизим здесь защиту, чтобы нам быстрее его разобрать. То он начнет тут свои сейчас... Фокусы выкрутасы делать. Хиляемся. Хил уже идет на 400. Слушай, неплохо. А раньше он 375, по-моему, хилял. А сейчас 400. Так, ребята, у нас второй поединок. Но, в принципе, ничем не отличается от первого. Согласись. Только если расстановкой. А так все один в один. Так, ну я не буду, ребята, изменять себе. Будем бомбить этого. Так, только не вздумай. Он вздумал. Но мы успеем залечить. Правда, не очень много здоровья здесь, конечно, у него. Но они добьют барсика, понятно. В два смычка, так сказать, разыграли, да? Начнем. Точнее, не начнем, а продолжим уничтожать его. Потому что, ребята, он усиливает себе атаку. Давай просто укусиком и сюда. Слушай, сейчас что-то будет. 4 энергии, сейчас, наверное, будет... О, я так и думал. Кому-то крышка. Кого-то он сейчас уничтожит. Очень мощная атака. Давай повесим на него слепоту, чтобы он здесь особо не буянил. И будем потихоньку его кусать. Так. Он сейчас опять, наверное, суператаку сделает. Не стал. Не стал он делать, и нам повезло. Ну что, друзья, надеюсь, это будет у нас последний на сегодня поединок. Как всегда, как я вижу этого все, сразу же у меня настроение падает. Ну зачем они его сюда взяли, а? Сейчас будет мозг выносить мне по полной программе. И ведь самое бесявое, что он отнимает у меня энергию. Он, когда бьет, отнимает... Энергию. Так, минус один, хотя бы так сделаем. Этого вообще не помешало бы, если честно, взять просто в слепоту. Я попробую сейчас не тратиться, на него взять слепоту. Как раз у него там будет достаточное количество энергии. А-а-а, он тратит, он постоянно тратит ее. Но если он тратит, тогда... Хм.
добью. Только не говори, что ты сейчас возьмешь две энергии. А, ничего он не возьмет. Блин. Ладно. На свой страх и риск. Ауч! Вот тебе, ребята, и свой страх и риск. Я думал, что он не будет. Я не думал, что две энергии ему пойдет в плюс. Так, он здесь промахнулся, кстати. На! Слушай, должны мы его успеть ушоркать, я думаю. Так, он пошел хиляться, да? Нет, парень. Никаких хилов тебе. Ну давай, 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 что-нибудь там делай. Все, ребят, уничтожаем. Нормально. Ну что, друзья, как вы видите, нам выпало два, опять же, обычных пака и пак вождя. Шторморез, ужасное чудовище, лаварык, шепот смерти, дымодышащий душитель и алая плеть. Барс и вепри. Кстати, еще 10 карточек на барса и вепри, и он у нас прокачается на 17 уровень. Что будет очень даже неплохо. Что будет очень даже неплохо. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй-ка, можно и закругляться. У нас, кстати, скоро 3000 рун, и мы попробуем открыть какую-нибудь новую территорию. Ну, в данный момент у нас территория откроется... Можно здесь, но тут 4500 надо. А вот здесь, ну, мне кажется, ребят, как бы вам объяснить... Она маленькая, только лишь ради этого. Ну, не знаю, посмотрим. Так что все, всем удачи и до новых скорых видосиков.